В университете АДА свою работу начала 12-я Бакинская летняя энергетическая школа. В этот раз двухнедельная сертификационная программа, проходящая при поддержке СОКАР, Каспийского центра энергетики и окружающей среды, а также BP Азербайджан, собрала в себе всемирно известных ученых и экспертов в области нефти и газа. В ней участвуют 35 человек из 12 стран. Проведение летней школы в одном из ведущих центров нефтегазовой промышленности Баку привлекает к себе огромное внимание. Выступивший на церемонии открытия вице-президент СОКАР по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов отметил, что выпускники летней школы остались довольны данной программой. Среди участников есть также те, кто приехал из Техаса. Вице-президент отметил, что знания, полученные участниками программы, а также новые знакомства, будут полезны для будущей карьеры. Летняя энергетическая школа – это один из крупных социальных проектов, которые СОКАР реализует в университете АДА. Мы гордимся этим проектом. Думаем, что среди социальных проектов эта программа является одним из самых распространенных и широкомасштабных. Участники мероприятия отметили, что уникальность проекта заключается в том, что эта программа дает участникам проекта возможность получить не только теоретические, но и практические знания. Сегодня результатом правильной нефтегазовой политики правительства Азербайджана является то, что BP вот уже много лет реализует крупные проекты. Участники программы отмечают, что летняя школа АДА открывает возможность пообщаться не только с академиками и финансистами, но и с людьми, работающими непосредственно на нефтяном производстве, знающими все эти процессы изнутри. По их мнению, это открывает большие возможности. Я решил принять участие в данной программе с целью приобретения новых знаний касательно области энергетики. Также хочу узнать больше о практической стороне данной сферы, и для этого я решил ознакомиться с опытом различных стран. Но кроме всего прочего, интерес мой был вызван тем, что Азербайджан имеет огромный опыт в области нефтепромышленности и энергетики, и на сегодняшний день успешно делится им с миром. Я очень рада, что смогла принять участие в данной программе. Мои ожидания от данного проекта заключаются в укреплении межкультурного сотрудничества, а также приобретении новых друзей, представляющих различные культуры и страны. Но самое главное, я хотела познакомиться с самим Азербайджаном, узнать побольше об энергетической политике страны. Несмотря на то, что сегодня только первый день, мы получили много знаний. Работа идет очень быстро. Программа очень интенсивная. Очень много интересных гостей, я жду много встреч, я надеюсь, это будет хороший как бы бэкграунд для нетворка. Очень интересные люди, студенты, которые посетили эту программу, то есть мы все еще продолжаем знакомиться. Ожидания самые большие, то есть очень рада, что попала на эту программу и благодарна АДА университету, который это все организовал. Отметим, что Бакинская летняя школа – двухнедельная программа на платной основе. Программа проводится ежегодно с момента основания университета АДА в 2006 году. Эльнара Алиева, Наиля Гасанова, Рауф Гусейнов, Рашат Агамалиев, CBC.